друзья! Вы на канале в гостях у Алисы и Егора. Сегодня у нас будет челлендж Литер Спорт. Сегодня у нас шоколадно-спортивный челлендж. Такой известный и очень вкусный шоколад спортивный, который можно кушать, и мышцы сами будут расти, да? Да. Вот Егор с Алисой сегодня будут проводить вот такой вот челлендж Литер Спорт. То есть угадай, какой вкус шоколада у Литер. Сколько там у нас шоколадов этих? Ну-ка посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11. 11. Ну и давайте посмотрим, какие там вкусы. Показывайте, какие вкусы есть. Печенье, мята. Помедленнее. Так, есть печенье. Есть хрустящее печенье. Так, раз. Есть клубничный йогурт. Клубничный йогурт, два. Есть марципан. Марципан, три. И есть мята. Мята, четыре. Есть йогурт просто. Йогурт, пять. Есть цельный лесной орех. Цельный лесной орех, шесть. Есть цельный миндаль. Цельный миндаль, 7. Есть кокос. Кокос, 8. Есть элитный шоколадный горький. Горький шоколад, 9. Есть dark chocolate, я не понимаю. Темный шоколад с папайей, да. С маракуйей. Или папайя там. Ну-ка, поверни. Тут написано тут с какао. Это какао. Шоколад, подожди, там нарисовано еще. А, с какао, да. Какао. Угу. Так, дальше еще последний, 11. Последний цельный лесной орех и хлопья. Да, это белый шоколад с лесным орехом и с хлопьями. Вот такие 11 шоколадов. Давай. В общем, сейчас мы будем проводить челлендж, да? 11 вкусов шоколадов Литер Спорт. И поскольку спортивный такой шоколад, тот, кто не угадал, тот будет выполнять, например, там марш, потягивать. Да, тот будет выполнять спортивные упражнения, потому что спортивный шоколад у нас. У Егора с Алисой стоит по чашечке чая запивать. Угу. Такой очень сладкий челлендж. Ну не все, тут есть и горький шоколад. Да, есть и горький шоколад. Ну что ж, приступаем. Стоп, а где моя маска? Твоя маска на тебе. А, вот. Ладно. У нас кто первый давай на камеру с бумагой? Камень, ножницы, бумага, рогатый. Давай на ночу. Ваначу. А, я так я придумал. Ничья. Ваначу. Все, ты провалилась. Ура, я первый. Кто первый будет отгадывать? Я. Хорошо, Егор. Так, ну начинаем. Егор первый у нас будет определять. Глаза закрывай. Хорошо. Хорошо, хорошо, на нос натягивай, чтобы ты не посматривал. Алиса вот выбрала. Так, вот такой вот у нас будет Егор отгадывать шоколад. Сейчас мы его угостим. Алиса будет угощать Егора. Сейчас посмотрим. Тут есть хлопья. Хлопья. И лесной орех. Молодец, Егор. Егор отгадал вот такой шоколад, белый шоколад с лесной орехом и хлопьем. Значит, вкусно? Вкусно. Сейчас Егор прожевывает, запивает. Так, сейчас Алиса отгадывает. Выбирай, Егор. Так, какой ты ей хочешь выбрать? Я хочу, может быть, мятый? Или вот такой. Ну, давай. Вот. Вот такой вот шоколад Егор выбрал. Сейчас Алиса будет пробовать. Она 100% не угадает, но это Алиса вкусная. Ты, главное, Алиса, скажи, что это? Что здесь? Орех! Правильно! Алиса угадала. Ну как это не орех? Это цельный миндаль. А, цельный миндаль. Ну, она путает миндаль и орех. Может, поэтому... Поэтому будем считать, что Алиса угадала. Опять съешь? Блин, она угадала. Молодец, Алиса. Так. Вкусная. Вкусная. Вкусный шоколад. Теперь Егор у нас отгадывает. Пониже. Алиса, давай, выбирай. Вот это. Чтобы меня не шло. Так, Егор, не подсматривай. Голову опусти. Вот такое вот сейчас будем угощать. На, Алиса, Егор, угощай. Сейчас посмотрим, Егор угадает или нет.
Тут точно есть клубника. Клубника, правильно. Это клубника с йогуртом. Клубника с йогуртом. Правильно, Егор угадал. Это было. Ну что, запиваем. Никто не хочет спортивные упражнения делать, все почему-то угадывать стали. С первого раза прям. Ага. Так, Егор, запивай. Теперь будет отгадывать Алиса. Алиса, закрывай свои глазки. Вот так. Егор, выбирай ей. Я может это? Или... Так, что у нас есть? Цельный слой орех был? Ну, орех был. Ну, тоже я не подсказываю. А, напиши, что это будет. Так. Ну, давай вот это. Так, оно тут открыто? Нет, оно не открыто. Почему не открыто? Открыто? А, вот. Где оно открыто? Так, я тебе дам вкусную шоколадку. Так. Он тут 100% не угадает. Как это не угадает? Ну, что это, Алиса? Шоколад! Правильно! Это шоколад! Не только, это какао. Ну, а какао, это есть шоколад? Темный шоколад. Ну, Алиса-то по цвету она не определяет. Молодец. Алиса определяет. Это тоже вкусный. Тоже вкусный шоколад. А, теперь очередь Егора. Сейчас Алиса прожует. Ну вот, Егор у нас приготовился. Алиса, какой? Вот этот. Алиса хочет вот этот шоколад. Сейчас мы Егору отломим кусочек, да? Так, отламываем. Егор, не подсматривать. Как мягко. Ну? Я знаю, но дайте пошлю. Это йогурт. Это йогурт. Интересное дело. А какие-нибудь спортивные упражнения кто-нибудь будет делать за то, что не угадал? Я не хочу. Егор угадал. Алиса угадывает, Егор угадывает. Это что такое? Так, теперь Алиса глазки закрывает, Алисе на очередь отгадывать. Так, это было? Нет, может это? Шоколад горький. Ну, выбирай какой хочешь. Я вот это выберу. Ой, он такой маленький. Ух, как красивый такой. Так, Алиса будет отгадывать. Ну так красиво. Шоколад! А какой шоколад? Глазки закрой, не подсматривай. Орех! Нет, неправильно. Упражнение. Так, Алиса будет делать у нас упражнение. Это горький шоколад. Это Алиса. Элитный горький шоколад. 37% из какао он съел. Так, что у нас Алиса будет делать? Какое упражнение будет делать? Алиса будет приседать. У нас приседать. Да почему это приседать? Так, ну вот мы пришли выполнять спортивное наказание. Алиса у нас не угадала вкус шоколада. И Алиса у нас будет 10 раз приседать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Молодец, неправильно, Алиса. Неправильно, какая разница? 10 раз присела. Она в школе еще не учится приседать. Так, теперь очередь дошла до Егора. Алиса, выбирай, какой ты ему хочешь шоколад. Вот этот. Давай. Вот этот вот шоколад. Сейчас Егор будет у нас отгадывать такой сложный шоколад. Да? Держи. А это с печеньем шоколад. Егор отгадал шоколад с печеньем. Молодец. Так, сколько у нас там шоколадок еще осталось? Два. Ну еще есть. Еще кокос только осталось. Еще кокос, мята, марципан там. Ну, а еще кто-то, вы же не все пробовали, вы по очереди, поэтому сейчас будем повторяться, чтобы другой участник пробовал. Так, Алиса. Алиса, так. Вот Егор выбрал какой. Давай.
Сейчас Алиса будет угадывать. Посматривай. Так, на. Кокос! Алиса угадала кокос! Даша мне попробует. Алиса у нас очень любит кокос, да, шоколад с кокосом, Баунти любит. А тут попался Риттер Спорт. Какой вкусный! С кокосом. Это вкуснее, чем Баунти. Вкуснее, чем Баунти? Не хуже, я сразу говорю, не хуже. Так, теперь Егор у нас будет пробовать. Какой же мы ему выберем шоколад? Давай вот такой вот мы его выберем. Вот такой вот шоколад мы его выберем. Да, я уже боюсь. Хочу пока шоколадку. Давай, мы его сейчас обманем. Сейчас будешь пробовать, до тебя очередь дойдет. Ну, что, Егор? Чем-то напоминает кокос, но это не кокос, 100%. А что там? Мне кажется, это марципан. Марципан! Егор угадал. Я угадал? Ура! Да, Егор угадал марципан. Дальше, Алиса у нас теперь отгадывает. Так. Ну, букет или? Ну, давай вот это. Так, ну все, она уже посмотрела. Так, не открывать. Алиса, закрой, закрой. Да, сейчас выберу. Как оно уже было? Это... Самое первое, но это я ела, а Алиса это ты? Не ела. Ну давай. Так, ты показал? Покажи еще раз. Вот. Так, вот я такой вот Алиса будет отгадывать. Я угадал. Ну хорошо. Вот, тут уже отломано. Давай. Давай. Алиса, да. Пробуй. Орех! Нет, ну-ка, что там не написано? Только. Не только орех. Не ну только... ладно, она угадала лесной орех. Что еще? Хлопья. Хлопья. Молодец. Она читать не умеет, поэтому она отгадала орех и хлопья. Ну вы вообще сегодня в спорте не хотите участвовать. Ладно, на самом деле получается, получается, что от этого шоколада у вас... Сила будет прибавляться и мышцы сами расти. Да. Так, Егор, закрывай глаза, одевай. Сейчас будем Егора опять вводить в заблуждение. Так, вот этот вот Алиса хочет, чтобы Егор угадал. Ну давай, посмотрим второй раз, он угадает. Какой? Это или нет. Так, а вот сейчас. Какой там? На. Скажи мне. Это мята! Мята! Егор угадал! Егор мята не очень любит, поэтому угадал сразу. Запивай чаем. Можно мне пакетик? Нет, нельзя. Дожевывай. Это такая невкусная мята. Такая невкусная. Егору не нравится мята. Запивай чаем. Поэтому Егор его сразу и угадал. Так, Алиса сейчас у нас будет отгадывать. Что у нас Алиса еще не отгадывала? Угу. Алиса давай. С закрытыми глазами сама взяла какой-то шоколад. Ну давай, она же все равно не видела. Угадает она его или нет? Ну, вот этот. Ну давай вот этот. Она этот еще не отгадывала? Нет. А, она еще вот этот не отгадывала. Угу. Так, сейчас посмотрим. Ну этот я уже отгадывала. Ну давай теперь Алиса отгадает. Алиса, я тебя почему? А нет, у меня уже еще есть чек. Что это, Алиса? Кокос. Неправильно, Алиса. Или что там? Йогурт. Йогурт. Ну все, йогурт. Алиса, ты первый раз неправильно отгадала. Значит, Алиса йогурт. Будет почему у нас что делать теперь? Подтягиваться. Ну, как она подтягиваться будет, Алиса? Невкусный йогурт. Невкусный йогурт? Да. Алиса отжиматься. У нас уже приседала, да? Отжиматься. Алиса, будешь отжиматься? Да. Алиса будет 5 раз. Я хочу пока шоколадку. Алиса будет 5 раз отжиматься. Я хочу вот эту. Так, мы пришли выполнять второе спортивное наказание за то, что Алиса не угадала вкус шоколада. Да. И Алиса сейчас будет делать у нас 5 отжиманий. Вперед!
Поехали. Отжимание. От пола, а не от воздуха. От пола, Алиса, отжиматься. Егор, покажи ей, как нужно отжиматься. Вот так. Блин, вот так. Я уже не смогу, я слишком наелся. Раз, два, три, четыре, пять. Алиса попу отжимает. Молодец, Алиса. Пять отжиманий. Попа от пола получилась у Алисы. Вот такое спортивное. А прыжки? Ну, ты же все угадала. Если бы вы меньше отгадывали вкуса шоколада, значит, больше было бы спортивных. Все, давайте ко мне прыжки. А раз вы все... Нет. Так, Егор сейчас будет у нас отгадывать. Я спрячь. Так, сейчас мы его... Хорошо, 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 одевай. Сейчас мы Егора... И глаза внутри закрывай. Тоже на всякий случай. Какой мы Егору дадим сейчас? Так, 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 так. Вот это что мы ему дадим. Так, Алиса, держи Егору вот это давай. Что ты круто пишешь? Не угадал, Егор. Это цельный миндаль. Егор у нас будет подтягиваться. Егор будет подтягиваться у нас 10 раз. Так, ура. Пошли у нас состязания спортивные, соревнования, да? Так, у нас Егор не отгадал вкус шоколада, и теперь он выполняет спортивное наказание подтягивание 10 раз. Не, мне кажется, передел, мне кажется, мне не ну, надо. Ну ничего, ничего, надо было отгадывать. Вперед. 10 подтягиваний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9. 10. 10 раз Егор подтянулся. Молодец. Теперь... Я тут не угадала. Ты этот не угадала? Ну сейчас Егор тебе что-нибудь подаст, и ты будешь отгадывать. Мы же не выбираем наугад. Так, давай перемешаем. Тут все. Вот так вот перемешаем. И теперь Егор тебе. Лариса, он не давал. Я марципан давал или нет? Нет, не давал. Ну, так ты уже озвучил. Нет, давайте я ей дам марципан. Давайте. Так, Алиса, не подсматривай. Фу. Алиса сейчас подсмотрела. Я положи. Хочу такое. Да. Алиса, не подсматривай. Ладно. Так, что ты... Что мы ей еще не давали? Вот это не давали, да, это точно. Это мы тебе давали. Давайте я Алисе дам... Не подсказывай, нет, не вводи ее в заблуждение. Так, ну давай, вот, покажи, что это. Угу, давай. Ну, прикольно так выглядит внутри. Там посмотри, попадается то, что там есть? Не попалось. Ну так вот, она тогда и не отгадает. Ну, а так, сейчас я дам шоколадкой. Это ты. Шоколадка. Сейчас, подожди, подожди, Алиса. Вот, ну, большой кусок. Там есть? Да, вот. Очень много. Аса, не подальше. Побольше, а то ты не определишь. Все. С чем шоколад? Так, глазки закрой. С печеньем. С печеньем. Да, нечестно, я на вот так пожалела. А, нет, она на шоколад посмотрела. Ладно, теперь Егор будет у нас. Егор, закрывай глаза. Ниже, ниже. Сейчас мы Егору... Что мы Егору дадим? Так, мы Егору дадим вот этот вот, там такая начинка прям интересная, да? Алиса, держи. Иглу зубами раскусить это. Ну, раскусывай. Ты должен начинку еще определить, что там за начинка. Я не могу это раскусить, видите? Ну и что, значит, ты это как-нибудь...
С краешки. Главное, чтобы понял, что там есть. Мне кажется, что тут один шоколад и все. Ну а какой он шоколад? Ну какао тут, наверное, есть. Какао есть в любом шоколаде. Какао и... Это горький шоколад. Ну ладно, Егор угадал, это как бы тут какао есть, это темный шоколад с какао написано. Молодец. Так, дальше у нас Алиса. Дальше у нас Алиса будет отгадывать. Егор, выбирай ей. Так, Алиса, еще. Я хочу, чтобы кто-то вообще отгадывал. Никто этот еще никто вообще не отгадывал. Ну давай, никто? давай Алисе тогда. А подожди, Алиса, Егор еще не отломил. А с чем он? Покажи. Нет, давайте я сюда. Может быть это? Ну давай это. Значит. Алиса, не подсматривай. Егор, перемешай ответ заново. Так нечестно, не подсматривай. Алиса, одень маску. Сейчас. Так, Егор, вот такое вот. Ты пальцами закрыл, нам не видно. Да, вот такой вот шоколад будет определять. Угадывать Алиса. Так. Алиса тоже мяту не любит и тоже сразу отгадала. Так, ну что у нас? Егор остался еще последний раз, да? Так, вот такой вот будет у нас Алиса. Егор угадывает. Держи, Алиса. Так, ну что, Егор, твое заключение по данному шоколаду Риттер Спорт. Стопроцентное попадание должно быть. Ошибки здесь не принимаются. Цельный лесной орех. Цельный лесной орех. Молодец, Егор, правильно отгадал. Ну все, друзья. В общем, вот такой у нас замечательный сладкий челлендж Риттер Спортовский получился. Кому понравился наш челлендж Риттер Спорт, отгадай вкус. Оставляйте свои комментарии, ставьте большие пальчики вверх и подписывайтесь на канал в гостях у Алисы и Егора. Я вот эту советую, всем кап-кап. А Алиса, ты какой советуешь? Егор советует с кокосом? Вот это тоже кокос. А всем понравился Риттер Спорт с кокосом, поэтому Егор с Алисой советует. Вот да. Пока-пока.